В Холмском районе построят новый мост через реку Целебная. Сооружение уже возводят недалеко от села Яблочное, на 62-м километре автотрассы Невельск-Тамари, аэропорт Шахтерск. Строительство пройдет в два этапа. На первом установят конструкцию, строят переходные участки, укрепят опоры. После планируют построить подходы, примыкания и тротуары, обустроить дорогу автобусными остановками и автопавильонами. По итогам строительства будет составлять 34,1 метра и по 250 метров это подходы к мостовому переходу. Существующий мост был построен ранее 1945 года и на сегодняшний день имеет максимальный износ и не соответствует нормативной технической документации. Подрядчик уже установил 4 буронабивных свая, всего их будет 8, а также 6 свай переходного участка. Таких должно быть 17 на первой опоре и 17 на второй. Отмечу, строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».